Лечу. В общем, лечу. Сегодня едем в Тулу. Мяу! А ты в электричке что-нибудь снимал? Класс. Ну, короче, мы в Туле. Сейчас меня подстригут, обреют. Облупят, короче, я не знаю, как правильно сказать. Потом я стриженный, напомаженный, буду ложиться в могилу, меня будут закапывать. Ну, могила может быть такая немного импровизированная, но все равно я буду под землей. И пока я буду под землей, Юра за меня послушает альбом «Любовь до гроба». Да. Все будет кайфово. Да, давай, сейчас мы сгоняем, принесем. Ну-ка, покружись. Короче, смотрите, Стас покрасился и подстригся. Это сделала Аня, у нее золотые руки. Вот, вот такой вот человек подстриг Стаса. Такие дела. Йоу. Куда мы еще пойдем? В спар. А потом меня будут закапывать заживо вот так вот. На, понял? Я такой, нет, пожалуйста, не надо. А потом меня откопают. Возможно, но это еще не точно, но я надеюсь на это. Ну вот, скоро меня не станет, уже через буквально пару часов будет под землей. Да, очень захотел. А послышь мою могилу? Пиво-то столько выпил. На самом деле не надо, я обычно протечет сверху. Ну да. Ну в целом, а почему бы и нет, да? Йоу, короче, собираем тут народ. Сейчас еще покатался вот на этой шайтан-машине. Очень весело. До этого не гонял на электровеликах. Сейчас пойдем Стаса закапывать. Вот так вот. Где поставить можно вот такой вот вопрос? Везде, да? Привет, Макс. Очень рад, что пришел. Что думаешь? Я думал, очень успешно. Я думаю, что это очень круто и как правильно. Да. Ну, я благодарен, что ребята притащились в такую даль, чтобы посмотреть, как я тут буду валяться в яме, типа, это здорово. Я хочу, чтобы ты меня откопал, мы вот так вот решили, потому что они будут играть на сет, а тебе надо будет меня откапывать. Окей, мужик, откопаю. Все, базар. Ну, короче, чекайте, столько людей пришло, чтобы посмотреть на все это. Тут яма, где будет лежать Стас. Интересно, что произойдет. Может, мы не будем его откапывать? Закопали Стаса. Я пока буду подключаться, короче. Ага. А ты со Словсом тогда поможешь. Чуваки, это страшно.
короче, это пиздец, палет прогибается, типа, и я понял, что это опаснее, чем я думал, типа, и я, честно говоря, уже хочу, чтобы меня скорее откопали, и я хочу вылезти, выпить пиво. И сказать вам всем, как сильно я вас люблю. Хорошо, что играют уже 6-й трек. Я, честно говоря, блядь, жду не дождусь, когда меня откопают. Потому что все произошло очень быстро. Я не знал, что, типа, палеты будут так прогибаться. Я, честно говоря, типа, немного в ахуе. Так, наверное, лучше, типа, меня видно. Короче, я в полном ахуе. Это была тупая идея, блядь. Я надеюсь, что все закончится хорошо. Здесь мало воздуха, здесь жарко, здесь тяжело, типа, дышать. И в итоге вот что, я лежу, типа, под землей. Играет 6-й трек. Еще 4 трека. И последний трек на 4 ебаных минуты. Время длится очень медленно и одновременно как-то быстро. Я не понимаю, что происходит. Реально. Это жесть какая-то, нахуй. Я еще и в маске крика, блядь, ну что за хуйня? Я чувствую себя как в фильме «Ведьма из Блэр». Там есть такая сцена, где она там типа закопанная где-то лежит, охуевает, типа жестко на самом деле. В детстве так любил хоррор, а теперь я уже просто устал от всего этого дерьма, блядь. Но с другой стороны, мы же ебанутые, хули нам еще делать, эйфория навсегда. Сейчас играет песня «Бесконечный траур», меня это хоть как-то немного типа успокоило на самом деле. Я люблю эту песню. Ну, это очень страшно, пиздец. Я мечтаю вылезти отсюда. Тот мир, который мы знали, приходит конец. Это было круто. Слушай. Вот. Раз, два, три. Раз, два, три. И пиздец, он сел. Хорош, да, видимо, сел. Ну, видимо, да, вот. Она сутки заряжалась. Сел. Ну круто. А че он даже не пикал-то вообще? Не, пикал. А, ну ладно. Причем, знаешь, меня он пригласил, он с самого начала начал пикать. Короче, кто ушел, тот плохо, кто остался, мы сделаем фотку совместную. Нет, это 100%. Ну просто, там понимаешь, в чем дело, короче, там типа начали эти поддоны прогинаться, я уже заебал про это говорить. Бля. А че если он рухнет, это все вот это. Ну мы со Славусом встали, это 170. Они еще встали на эти поддоны. Это 170 килограмм, вам не 70. Я так обрадовался, когда привет, мы все сделали, все сняли и сейчас приехали во Флигеле, это местный бар, который знает, видимо, много людей, и вот взял себе лагерь, картошки поесть. Сейчас думаем, как возвращаться обратно в Москву, смотрим поезда, и не особо весело на сегодня там все. Я думаю, мы дождемся пацанов, типа, и обсудим это уже, ничего не будет, придумаем. Вот так, очень крутой день. Давай. Короче, приехали чуваки, быстро они доехали, учитывая, что они на самокатах, и они решили зарубиться в футбол. Думаем, что делать пока. Я сам все забил, ёпта, на пьяный. Лови, идём. Чуваки, банка! Йоу, привет, короче, свалили с бара, бежим на поезд, он через 15 минут. Ну да, решили, в общем, уехать в Москву, взял немного пива в дорогу, короче, взял вот себе 3 штучки и ребятам одну. Ну это шутка, ладно. Шутка. Ну, в общем, да, летим, бежим. Йоу, короче, мы успели на поезд. Фак.
захват. Просто реально за пару минут. Ой, сейчас едем, короче, раздаем пару пив. Так мы до этого за пару минут успели, когда ехали в Тулу, и сюда тоже, типа, за пару минут только. Да, это правда. Ну, все как-то ровно. Я типа, переживал, но, типа, я думал, что мы не опоздаем, мы едем, все, домой. Ну, едем пока еще не совсем домой, типа, но все равно. Ты 13-го в Казань летаешь? Да, в 10 вечера. Ну, вот я, наверное, 13-го погоню уже, типа, в СПБ. Типа, все. Как буду в Москве, включусь. Я хочу, чтобы все заценили мой малец. Ну, не очень видно, но... Круто. Да, ты красавец. Ты красавец. Все, погнали.